Спасатели – это те люди, которые первыми приходят на помощь при авариях, пожарах и других чрезвычайных ситуациях. Именно они ежедневно рискуют собственной жизнью ради спасения других. О том, как работают щелковские спасатели Центра гражданской защиты, узнали шестиклассники школы номер 17 в микрорайоне Богородский. Учащимся рассказали не только о действиях спасательной бригады при возникновении чрезвычайных происшествий, но и показали, как должен быть экипирован профессионал в той или иной ситуации, например, при пожаре. Зайти, например, в среду, где происходит у нас пожар, он должен быть защищен с ног до головы. Существуют такие, как сапоги пожарного спасателя, штаны пожарного спасателя. Вместе со спасателями к ребятам в гости приехали уже полюбившиеся многим талисманы щелковских спасателей собачки Корги. Самим школьникам занятие очень понравилось. Они признаются, интересно узнать, какие они люди, всегда готовые прийти на выручку. Я узнала, что у пожарных и спасателей очень серьезная подготовка, мундирование, весит тяжело, им сложно все делать. Ну, это великие люди, они справляются. Спасатели – это такие же люди, которые ничем не отличаются, кроме большого сердца и хороших навыков в действиях в чрезвычайных ситуациях. После познавательной лекции школьники смогли поучаствовать в небольшой интеллектуальной викторине, а также сфотографироваться с корги-спасателями. Мария Буржинская, Екатерина Беляева, Щелковское телевидение.